В кинотеатрах состоялась премьера «Агашки по вызову 2. Начало». Это вторая часть полюбившейся казахстанцам комедии. С первых часов проката свободных мест в залах не было. Чем же удивили на этот раз создатели картины, расскажет Еляман Рымбеков. Первая часть фильма «Агашки по вызову» получила высокую оценку от кинокритиков и завоевала любовь зрителей. И сразу стал вопрос о продолжении съемочного процесса. Буквально за считанные месяцы командам «Кинопарк» и «Тайгер Фильмс» удалось создать качественный продукт с участием известных актеров, спортсменов, блогеров. Были, конечно, свои сложности, это по времени, потому что мы снимали, моментами были там 16-17 часов, когда мы уставали, как я смотрел на Жан Ага, потому что мэтр казахского кино, когда он не устает, как я, молодой, типа, должен уставать. Фильм с первых минут задает тон хорошего настроения и заряжает позитивом. В сюжете рассказывается про Максата, обаятельного массажиста. Его жизнь кардинально меняется после встречи с Турсыном, основателем школы харизмы. Турсын становится для парня настоящим учителем в мире взаимоотношений с женщинами, с чего и начинается карьера будущего Альфонса Фернандо. Сценарий зацепил тем, что здесь совершенно роль, скажем так, она неоднозначная. Она не отрицательная, она не положительная. Это человек, который имеет, скажем так, двойную жизнь. Посмотреть картину можно во всех кинотеатрах сети «Кинопарк» и «Киноплекс». Еляман Раймбеков, Думан Сулейменов, Информбюро.